чему. Российский стартап Hover Surf открыл предзаказы для своего летающего мотоцикла Scorpion 3. Любой желающий может оставить заявку на официальном сайте компании при наличии денег. Если быть точнее, при наличии $10 000 США. Это депозит, а полную стоимость озвучим в конце. Классификация машины, а именно сверхлегкое транспортное средство, позволяет летать на нем без лицензии пилота. Вес всего чуда всего 114 килограмм, чего удалось добиться благодаря углеродному волокну, которое является основным материалом мотоптички. В зависимости от погоды аккумулятор позволяет летать от 10 до 25 минут. А если управлять новинкой удаленно, то можно целых 40 минут управлять этим дроном-переростком. Для безопасности пилота и окружающих пропеллеры мультикоптера выполнены не из металла, а из фанеры, которая при соприкосновении с человеческой частью тела разлетается в щепки. Будет больно, зато будет чему болеть. Ну и, конечно, в комплекте будет специальный костюм, чтобы фанера точно разлеталась на куски. Максимальная скорость ховербайка впечатлила — 96 км в час. И это на высоте до 16 метров. Хотя стоит отметить, что разработчики строго рекомендуют настроить ограничение в 5 метров. Опять-таки для безопасности. Что очень радует в данном проекте, так это то, что он вышел на мировой рынок. Уже сейчас покупатели могут предварительно заказать ховербайк с депозитом в размере $10 000 США. А полная цена установлена в размере 150 тысяч долларов Трампа. Но спешите, коль новинка приглянулась, поскольку полиция Дубая ведет переговоры по скупке всей партии ховербайков для своих сотрудников.